Very nice. Thank you so much. Спасибо большое. За красивый нос. Да. Хочешь, как или мне купола? Нет, ну, ты вот. Расслаблен. Да, кстати, обычно замечаешь все равно. Я не этот. Тут как раньше было, так и было. В этом и суть. Я ничего не снимала ни про кого. Надо. Вот так, Артур. Мы когда с ней ссорились в 9-10 классе, она ни одной истории не выложила про то, как ей плохо. А тут подругу нашла себе. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо. Хорошо, как ваше? Ты же лежишь, малышка. Что? Да, лежу. Мы со стороны. У меня уже рука устала. За станком, да. Слава, на руке лежит, я не могу. Смотри, у меня кошка лежит. Какая-то сладкая. Саев 067. А можете, пожалуйста, такого не писать? Я смущаюсь. Привет, хохлишка. Что значит хохлишка? Хохлушка, может. Месхитинец. А что-то радость слишком много себе позволяет. Да, с Астаны. Я живу в Астане. Лайк. С какого берега? А это уже информация не поддается разглашению. А что вы вообще эфиры ведете? У нас. А что? Традиция с Лерой. Где туса? Какие нам тусы? Нам 20 за 20 уже. Пошли в гостевую. Нам 3 года и 25. Простите. А говорят, после 25 лет жизнь заканчивается. Чем там обычно занимаются на ночевке? Конкретно. Что конкретно? Где конкретно живу? Простите меня. Такое не могу рассказать. Мне? Знаешь? Не знаешь, сколько у меня лет, Артур? Че? А мы с Катей вообще-то в одном классе учились. Погода. Да. Че ты говоришь? Я когда мерзла, у меня потом ужасно чесаться начинает. Просто. Синтикоси. Че за лампа клевая? Че, как это? Вот это? Она вообще с рисунком, просто мы поверх нее от другой лампы чехол надели. У нас их две было таких. Вы братья. Мы братья. Да. Ракурс, как будто рядом лежу в постели. А почему вы все такое пишете? Можно просто вот без подкатов, без всего. Я не расположена к этому сейчас. Мне хочется... Кате 21. Я говорю, через 3 года нам 25. Это масло с хлебом. Что без подката текст. Катя, еще раз все будет. Ну хорошо. Еще лучше. Спасибо, Савеночка. Вы говорите, нет жизни после 25. Да я угораю. Пишу руками. Артур, потыкай по экрану. Вы вообще где? Вы дома? Кстати, полайкайте мне тоже, пожалуйста, эфир. Чтобы больше людей заходило. Все, вопрос закрыт. Без этого никак, извините. Давайте обойдемся без этого, пожалуйста. Нет, брат, альхамдулиля. Привет, красоня, ты без кинуть 500 тысяч долларов? Да. Конечно, да. Столица Индии. Столица Индии. Это нет. Мумбаи? Нет. Мумбаи? Нет. А что? Не знаю. Ну, я предположу, что Мумбаи. Можете меня исправить, если это не так. Диса, здравствуйте.
Нью-Дели. А, Нью-Дели. Читай. Подожди. Точно? Какой Нью-Дели? Нью-Дели, столица Индии. Почему я Мумбаи подумала? Вы, конечно, капец вопрос задали. Который заставил меня задуматься. Когда мужчина... Давай вот с такого ракурса не снимаем, подбородок, который... Индианаполис. Воздух ему ведь не нужен. С нее Ну, все гонит. Та женщина, что безоружна. Такое. Вот знаете, такие вопросы задают. Я Гудинов. Случается резкий тупняк. На самом деле я не глупая. У меня по географии было 5. Это раз. А второе я закончила 3 курса по вышмату. Скажи честно, ты хочешь просто общественного... Одобрения? Да. Нет, просто я реально... Извиняюсь. А почему тебе розы дали, а мне нет? Спасибо за розочку. Что-то даже внимания не обратила. Давай эфир следующий назовем. Посмотрим, ищем парня подруги. Тебе понравится. Короче.